Наконец-то воскресенье, 5 утра, состояние нормальное, хоть я и поспал пару часов, тяжело засыпал, но... Так, взял я с собой спиннинг, блесенку, конечно, кузнечков я не наловил, ничего не наловил, ветерок у нас сейчас такой прохладненький, ну, поброжу, покидаю, поехали. Мелочь дуреет. Попробовал я половить на блесну, попробовал я половить на силикон. Тишина. На силикон опять же бычки дзёбают на течение туда на глубину. Вот такой у нас шикарный рассвет сейчас. И прицепил я в итоге жука, потому что сильно много водорослей. Мне кажется, может быть, на жука оно прокатит. Пройдусь туда дальше. В том году, я помню, там хорошие кабаны гуляли. Наверное, метрах 500 отсюда. И попробуем. Попробуем там. Обалдеть, как за год все поменялось. Тут раньше была четенькая дорога такая, подводная, чистая, без камышей, без кувшинок. Подводные охотники в гидрокостюмах. Эх, да, сейчас бы понырять, но правда вода грязная, я не знаю, как можно что-то увидеть. Реально зеленая вода. Обалденные места. Ничего, может, мы все-таки найдем какую-то рыбу. А, вон там, по-моему. Тут и недалеко. Вот идет другая база отдыха. Она у нас сейчас какая-то полузаброшенная. И вот те плиты бетонные, под теми плитами в том году килограммовые головли гуляли. Я их ловил на стрекозу. Тогда у меня еще не ультралайта, не было ничего. Лайковский спиннинг, пробка и крючок. Вон подводные охотники приземлились. Сейчас будут нырять. Ну, мы не за этим пришли, поэтому попробуем половить на своего жука. Или что там получится, на что-нибудь покидаем. О, какой у нас трупачок тут. Здоровенный карась. Ладно, не побрезгуем, посмотрим. Посмотрим на него. Ух, гляньте. Так он еще и... Он еще и не протухший. О, смотрите, жабры. Жабры красные. Ночью сдох, наверное. Красота, да, какая?
красотища. Может, кошаку забрать. Кабанчик. Ух. Интересно, чего он сдох. Старости. Ладно, пусть себе плывет, а мы пойдем ловить дальше. Вид, какая-то заброшенная база прямо передо мной. Ух ты, блин, ух ты, блин, ух ты, блин, офигеть, первый раз на блесну у меня клюнуло именно только упал и сразу есть. Ну, красота, что можно сказать. Красота, красота. Ух, наконец-то это чувство, наконец-то это чувство нормального головля. Вот он. Так, все, полюбовались, пофотографировались. Ох, он и сильный. Все, ой, красота. Вот такая блесенка-кокетка. Отъемаю эти ветки. Попробуем вот такую мэпс, единичку черную. Где моя трава? Трава цепляется. Есть поклевочка очередная. Я даже не понял, как это произошло. Ух ты! Ой, красавец какой! Красавчик! Опа. О, даже не засекся, а именно за глаз. Эх, все, сорвался. Он именно не засекся, а за кожу, за поджаберную крышку. Обалдеть. Я вот буквально прошел
Вот наши камыши, где я ловил. Думаю, ладно, пройдусь еще. Там вроде и такие места заросшие уже. А по итогу можно и здесь ловить. Итак, на нашем счету уже два голавля. Ух, это просто крутое место. Я вот, блин, думаю, вот как люди, которые живут в Каневском, вообще попадают на берег. Я вот сколько иду. Здесь какие-то одни базы отдыха, причем такие полузабыченные, полузаброшенные. Вон какие-то ступеньки, там примитивные турнички. Там. Я вот хотел дачу себе посмотреть в Каневском. Вот кто живет в Каневском, подскажите, где тут вообще выйти на берег, я вот не пойму. Даже вот если ехать просто на рыбалку, как попасть к воде? Все перегорожено, одни заборы. Непонятно это для меня, конечно. Дошел я до какой-то водокачки. Да ты прям в ноги мне плывешь. Да, пляж заброшенный, спасательный пост, наверное. С тех бурьянов, я не знаю. Ничего не увидишь. Вот такой здоровенный корпус. Лесенницы. Ну такое все именно заросшее. Как будто реально все заброшенное. Здесь бы с металлоискателем походить. Со времен совдепа, наверное. Что-нибудь осталось. Да уж. А нет, люди ходят. Ну то, наверное, охранники. Ладно, попробуем половить. Походу, эта база реально живая, потому что в районе пляжика песок чистый, а здесь, смотрите, полный мутняк. Все заросшее тиной. Продойдешь, караси в разные стороны так и летают. А вот хищник в таком болоте сидеть не будет. Есть островочки чистые. Может быть, сейчас вот туда еще пройдусь. И надо петлять обратно. А то и так луго. Вот, грубо говоря, в районе того острова моя база. И сколько я уже прошел.